Почти 80 тонн гуманитарного груза доставлены на один из аэродромов Воздушно-космических сил России, который находится в северном направлении от проведения спецоперации. Добровольцы из Югры уже завтра должны вернуться домой. Из автономного округа груз вывезли бортами Министерства обороны. К ведомству за помощью в организации доставки обратилась губернатор региона Наталья Комарова. 15 добровольцев гуманитарного добровольческого корпуса сопровождают посылки в одном из ЗИЛ-76. Жители округа собрали продукты питания, средства гигиены, детские вещи и теплую одежду. Гуманитарную помощь передадут в Донецкую и Луганскую народные республики, в те населенные пункты, где люди остро нуждаются сейчас в продовольствии. Это вторая партия от округа. Напомним, в феврале состоялась отправка 50 тонн помощи. И югорчане должны быть уверены, то есть, что это доходит в руки тем, кому это надо, и добровольцы. Это вот как раз та коммуникация между гражданами Югры и гражданами, находящимися в зоне гуманитарной катастрофы. И возвращаясь домой,